Орфоэпия. Орфоэпия от греческого орфос – прямой, правильный. Плюс эпос – речь, то есть правильная речь. Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержатся правила произношения звуков и ударения в словах. Орфоэпия – законодатель произносительных норм литературного языка в его устной форме. Произносительные нормы касаются как гласных, так и согласных звуков, а также ударения в словах. Орфоэпические нормы отражены в специальных словарях, орфоэпических и словарях ударений. Фонетический разбор слова. Порядок разбора. Слоги, ударения. Гласные звуки, ударные и безударные. Какими буквами обозначены? Согласные звуки. Звонкие, в том числе сонорные, и глухие, парные и непарные. Твердые и мягкие. Парные и непарные. Какими буквами обозначены согласные? Образец разбора. Лес. Устный разбор. В слове «лес» один слог. Ударение падает на гласную «е». Гласные звуки. Первый «э», ударный, обозначен буквой «е». Согласные звуки. «Л», сонорный, мягкий, обозначен буквой «л». «С», глухой, твердый, обозначен буквой «с». В слове «лес» три звука, три буквы. В письменном разборе звуки выделяются квадратными скобками.